Доброе всем утро! Итак, встречаем утро чашечкой вкусного, сладкого с медом растворимого кофе. Вкусняшечка. Да, девчонки, маникюр все тот же. Вообще такой упорный маникюр. Сегодня уборкой буду заниматься. И уже нужно и вокруг ногти, вокруг кутикулы эти посостригать. А лак все держится. Вот такой упорный лак. Но сегодня я хочу с вами поговорить о моем заказе Avon номер 8. Так, начну с того, что меня... разочарование потом. Начну с обыкновенного, того, чего мне было нужно. Это мусс натуральный. Сейчас открою, покажу. У меня есть крем-пудры орифлеймовские. Слышите, как у нас птички поют? Сейчас. Они тут еще и летают. Сейчас я покажу, как они летают у нас. Не знаю. Попадают немножко в объектив. Что-то еще бы сильнее так. Не получается. Ну ладно. Немножко видно, да? Вот, распечатываю я мусс. Вот он в такой вот пупырчатой упаковочке. И... вот он сам мусс. Так не видно. Угу, я поняла. Сейчас сделаем по-другому. Так. Окошко открыто, как всегда, сеточка на окошке. Но, увы, без сеточки никак. Вот он мусс. Раньше его было в Эйвоне 30 грамм, а сейчас 18. Уменьшили порцию. Цену нет. Цену не уменьшили. Цена та. Ну, пользуюсь. Хватает его довольно-таки прилично. Надолго хватает. Значит, это то, что мне было нужно, поскольку он был по очень хорошей цене в 8-й компании. Она, кстати, еще продолжается. И кто не заказал, ниже цены на мусс я не видела. Так, у меня немного заказа. Второй заказик это... вот. Это парфюмерная вода. Парфюмированная вода. Короче, парфюм. Не будем вдаваться в тонкости. Инстинкт. Так вот этот инстинкт. Сейчас я его открою, покажу бутылочку. Так, ein Moment. Так, показываю инстинкт. Вот я его распаковала. Вот сам флакончик. Как я говорю, бутылочка. Красивый такой. Такой, видите, вишневого цвета. Такой дизайн прелестный. Так, сейчас я его еще раз... вроде ничего так. Вы знаете, вчера вечером я его открыла. И была очень разочарована. В журнале он мне понравился. Запах понравился. Очень понравился. Хотя я не сильно люблю фруктово-цветочные. Я люблю цветочные. Но иногда фруктово-цветочные тоже очень приятно пахнут. Вот. А вчера, когда я его получила, и уже поздно вечером, я его попробовала. И что-то я расстроилась. Сейчас я при вас буду пробовать его вторично. Вчера у меня было полнейшее разочарование. А сейчас, знаете, ничего. Вроде и приятный. Не знаю, может, я просто большего ожидала от него вчера. Не, ничего. Вы знаете, хорошо пахнет. Не скажу, что второй раз. Второй раз я его не закажу. Нет, это не мое. Ну, хотя бы потому, что я не очень люблю эти компотики. Но очень приятненькие, вы знаете, есть. Как-то и цитрус пробивается. В общем-то,
Не-не, ничего, хороший, хороший запах. Хороший запах. Хотела я сказать, что совершенно не хороший. Нет, очень даже миленький, очень даже неплохой. Буду пользоваться, но ничего особенного не заметила я в этом парфюме. Поэтому второй раз не закажу. А на первый раз нет, нормально, нормально, вполне. Так, и вот таких две коробочки. Абсолютно одинаковых. Я уже 100 лет, не 100 лет, я скажу так, я очень и очень редко заказываю в Эйвоне бижутерию. Очень редко. Очень и очень редко заказываю, но на этот раз я заказала. Так, которая у меня распечатанная. Нет, это запечатано. Сейчас. Значит, как распечатывается? Это у меня орел здесь сидит. О, мраморный ретро-орел. Так, распечатываем. Мне нравится, как они упаковывают свои подарочки. Такая коробочка хорошенькая, такая, ну, незатейливая, но очень хорошенькая. И торжественный момент. Там уже распечатанное колечко. В другой коробочке я не распечатывала, оно так красиво было. Ну как красиво? Хорошо завернуто в такую тоненькую бумажечку. И вот я открываю кольцо. Так, вы не смотрите только на мои маникюры, потому что сегодня будет уборка. И сегодня, после уборки, я уже сделаю новый маникюр, потому что этот уже черти что. Вот оно, это колечко. Я когда-то уже смотрела на него. Но я вам скажу, для чего оно мне. Ой, оно такое интересное. Вот оно как носится. Угу. Бывают такие случаи, что ломается один из ногтей. Ну, например, самый главный или вот этот, средний, или указательный. Вот самое нехорошее, особенно, когда ломается средний ноготок, тогда сразу рука преображается, и вот на него, можно, ну, это можно колечко пошире сделать, я просто не делаю, но видите как. Как проволочка, его можно любого размера сделать. И вот надевается на него и носишь себе. Пришла домой, там, когда что-то делаешь, сняла. А так и за недельку отрастет ноготок. Вот. В общем, для этой цели я купила вот эти два абсолютно одинаковых вот этих колечка. Ну, вдруг два ногти поломаются. Вот. Колечками я не разочарована, а наоборот, вот кольца... Вот кольца как раз оказались именно такими, какими я их ждала. Вот они. Хорошие. Очень хорошие. Так, сейчас. При включенном фотоаппарате устанавливаю штатив. Так. И в заключение приятненький такой тоже нюанс. Новый журнальчик. Посмотрела вчера. В общем-то, у меня, конечно, много всего. Единственное, что мне, ну, заказывать, то, наверное, не буду. Точно не скажу, но, наверное, не буду. Вот такой парфюмчик. И сейчас. И здесь еще есть один парфюмчик. Вот, у меня его никогда не было. Но мне кажется, он приятный. И я его закажу. Он здесь, этот парфюмчик, по очень хорошей цене. Хотя, нет, это не парфюм, это туалетная вода. Но все равно очень приятный запах. Судя по страничке ароматизированной. И я его возьму. Ну, наверное, на сегодня все. Не знаю, может быть, что-то еще буду снимать. Ну, в общем-то, такой вот краткий обзор.